Здравствуйте, друзья! Приглашаю вас на урок шитья. Сегодня для своей Барби я буду шить вечернее черное платье. Платье будет длинное. Вот у меня есть вот такая ткань. Это трикотаж, ажурный трикотаж. Он растягивается во все стороны. И вот с такого платьица я хочу, с такой ткани я хочу пошить платье для Барби. Платье будет красивое. Ну, назовем платье будет вечернее. Шить. Это платье очень просто, так как ткань такая красивая. Можно просто вырезать часть. Вот от общего куска тоже вот такой непонятно какой-то формы. Какой-то остаточек у меня был. Пошьем теперь платье красивое для Барби. Шить очень просто. Мне нравится шитье, когда это просто. Можно здесь колоть иголочками. Оно будет по фигуре, вот так вот. Так, оно снимается, так как ткань у нас растягивается. Вот теперь вот этот шовчик надо зашить. Сейчас я буду не вручную шить, а прострочу на швейной машине. Это будет и быстро, и более красиво. Так, я прострочила черными нитками на швейной машине. Так, что я хочу сказать, что когда у нас вот так вот иголочки заколаны горизонтально, тогда можно их не вынимая строчить на машине, и они нам мешать не будут. Теперь их можно вынуть. Вот такой получился шов. И сделаем примерку, пока еще мы не обрезали лишнее. Это мы меряем на изнаночной стороне. Вот это лишнее можно будет срезать. Оно нам совсем не надо. Так,
ниточки мы здесь завяжем. У меня на моей швейной машине нет хода назад. Так. Теперь мы срежем одну часть. А потом вторую часть. Это для того, что ткань черная, и я могу не заметить, сколько надо срезать. Вот я одну часть срезала. Теперь вторую буду часть срезать. Да, конечно, на камере не очень видно все эти черные ткани. Так, теперь можно вывернуть на лицевую сторону, померить. И несмотря на то, что у нас такая красивая ткань, надо ее как-то украсить. Платьице надо как-то украсить. Так как у нас здесь верх немножечко широкий, мы его сейчас оформим так, чтобы он не был у нас широким. Подровнять. Так. И вот иголка с черной ниткой я возьму и вот так вот немножечко соберу. Совсем немножко. Так. На спине у нас получился вот такой мысик. Так, и теперь я хочу это платье, несмотря на то, что оно черное, несмотря на то, что это ажурный трикотаж, я хочу его украсить. У меня есть вот такие липучки. Вот такие золотые липучки. И вот начнем украшать это платьице. Аккуратненько снять надо эти липучки. И по самому краю пройтись. Еще оно легко обрывается. И быстро и очень хорошо липнет к пальцам.
Так, постараюсь переделать. Да. Хочется, чтобы это все было на самом краю. Лишнее можно обрезать. Это я потом сделаю. На спинке надо закрепить шовчик. Чтобы наша платьица не разъезжалась. Так, надо будет переделать. Не все, конечно, сразу получается хорошо. Но надо закончить, чтобы это было красиво. Так, надеюсь, что это я крепко затянула. Эти потом веревочки, ниточки я обрежу. Так, я думаю, что надо снять платье и сделать его в лежачем положении. Еще одну. Я думаю, что достаточно. Снимем, и еще надо будет поправить вот эту часть. Так, и сразу же можно немножечко обрезать вот эти ниточки лишние. Платье получается красивое и шьется оно очень даже и просто. Друзья, платьице мое готово. Оно длинное,
Очень даже длинная. Ну вот, друзья, не прошло и каких-то 15 минут. У нас для нашей Барби готово вечернее красивое платье, которое я пошила с трикотажа ажурного и украсила вот такими блестящими пайетками. Так что можете тоже быстро, очень быстро пошить себе для своей Барби такое платье. Пишите мне комментарии, как вам понравился этот быстрый пошив платья. Ставьте лайки, если вам понравилась моя работа, если понравился мой мастер-класс. И если нравится вам мой канал, подписывайтесь. Я буду очень рада. До свидания.